Итак, доброго здоровья, всех рад приветствовать на канале GameLad, меня зовут Мистер Фрима 315, третья часть моего прохождения модификации к первому Half-Life под названием Heart of Evil. Находимся в самом сердце Вьетнама, где перепутались все, хотел сказать, кони-люди, нет, зомби-люди, да, зомби-люди. И вот потихонечку от тех и от других мы отстреливаемся по мере возможности и продвигаемся вперед. Играть довольно интересно, мод сделан очень качественно, поэтому продолжим его проходить. Так. Спокойно. Спокойно, дружок, как говорит главный герой в игре Postal 2, ты просто уснешь. Ты просто уснешь. Так, что здесь еще у нас? Бывает. Бывает. Не, на тебя сильно жирно, дружочек. Пулемет. Тебя в самый раз. Идеальное оружие против зомбаков. Так, еще немножко патронов. Так, и что мне здесь делать? Журнал доктора Боба Льюиса, 10 декабря 68 года. Описывает, значит, исследовательские работы по изучению вот этих вот существ. Имеется в виду хедкрабов, наших зеленых щупальцами плевальчиков, да, вот, немало известных, и всех остальных. Так, ну, тут у меня, конечно, напрашивается вопрос, ну, кристалл я взял, а дальше, дальше-то что? А, тут, короче, по кругу так идет, да, вот эти казармы, я имею в виду. Все идут по кругу. Так, раз. Два. Выход сюда. Теперь здесь закрыто у нас. Так, здесь тупик. Здесь у нас тупик. То есть нам только идти назад, получается. Ну да, только назад, потому что здесь я больше ничего... Ничего не вижу. Ладно. Вернемся немножко назад. Стоп. Здесь я, кажется, был. А, вот часовня сюда. Мне в чапел. Именно в чапел, в часовне, то бишь. По-моему, именно там мне надо этот кристалл поставить. Да. Так, я что-то не пойму. Кристалл вроде у меня.
А поставить у меня его не получается. Странно. Так, надо еще подумать. Что мы могли упустить? А ведь что-то по-любому упустили. Оба. Слушайте, а как мы сюда пройти, а? Кого они там гасят? Ортигонтов, что ли? Вернее, этих. Так. Я получил ключик. Ага, открыл. Хорошо. Ха-ха, дружочек, висишь, да? Ох, нифига их там. Напоминает, как будто я в чужих играю. Вот эти ребята на чужих похожи. Пойдемте дальше. Может, выход здесь? Да, подозреваю, что здесь. Ох, офигеть, офигеть, офигеть. Ребята, гасите, гасите. Так, ну я пока этого загашу. Еще один. Так. Так, у меня полный дробовичок, а? Box, посмотрим, кто уедет в коробке домой, дружочек. Так. Еще один зомбак. Ух ты, сколько оружия. Так, а что вот это такое? Ох, офигеть, здесь хэдкрабов. Правда, хэдкрабами их сложно назвать. Что-то вроде мутировавших скорпионов, наверное. Как-то так. Ладно. Блин, хорошо, что они с одного выстрела выносятся все. Так, смогу я вот здесь запрыгнуть? Думаю, да. Думаю, что да.
Так, теперь сюда. Так, ну здесь у нас что? Угу. Здесь будет сложно перепрыгнуть. Но можно. Сложно, но можно. Ох ты, мать твою, это что там, обезьяна была, что ли? Ничего себе. Нормально так. Прям, не знаю, метро какое-то. Я имею в виду игру метро, ребят. Кто играл, тот знает, там такие мутировавшие были гориллы. Когда в питерскую библиотеку мы заходили. А здесь, я так понимаю, тоже гориллы, мутанты какие-то. Ну что, сейчас поглядим, что она себя представляет. И нравится ли свинец. Надеюсь, она мухами не плюется, потому что я понимаю, с кого они взяли этот образ. По идее, не должна. Вон она. Ух ты. Офигеть. Так, здесь я не пройду. Что ж делать-то? Да ничего не делать. Так, ну сейчас еще раз я прогуляюсь вот сюда ради интереса. Я думаю, что ничего. Полезного я здесь не нахожу, к сожалению. Так, и все. Придется возвращаться. Так, HQ Quarters. Medical. Вот, Medical сюда мне, наверное. Да, я на верном пути. Медицинский центр я еще, по-моему, не ходил. А если даже и ходил, то, видимо, что-то там упустил. Так, не-не-не-не-не. Мне нужно наверх как-то попасть. Чтобы попасть наверх. Да, чтобы попасть наверх, мне надо вот сюда. Так, вот теперь вот сюда. Точно.
Бля, фиг вам. Да что ж такое? Как-то ж с первого раза получилось, да? Да. Я знал, что получится. Идем мы, по-моему, правильно. Или нет? Нет, ребят. Так, надо бы вспомнить, где он, где этот медицинский центр, блин. Там бараки. Фига. Так, ладно. Давайте еще раз. Так. Это путь наверх. Здесь ничего. А тут прохода нету. Я, честно говоря, думал, кто там. А здесь вообще ничего. Ничего себе, 200 патронов для пулемета. Живем. Так, лады. Так, значит. Это не то, это все не то. А вот это, по-моему, уже как раз таки... Нет. Это уже не то. Блин, дай бог памяти, где этот грёбаный медцентр? Так, окей. Продолжаем искать. Огромнейшие карты. Особенность мода такая, скажем, очень глобальная. Это глобальные, извините за тавтологию, карты. Реально огромные просто карты. Так, кухня мне не нужна. Нафиг. Так, давайте сюда опять. Давайте опять сюда, значит, ладно. Если мы были здесь. Так, сейчас должен быть какой-то указатель. Думаю, должен быть. Вот он, медицинский центр, вот он. Вот здесь мы, видимо, что-то упустили. Сейчас немножечко подзаправимся.
Нет, здесь мы были. А вот здесь, по-моему, не везде. Так. Да что? Так, и что у нас здесь? Опачки. Так, надо, наверное, понажимать. Нет, не понажимать, а пострелять в определенном порядке, да? Ладно. Так, ну что ж, давайте попробуем. Давайте попробуем подобрать. Раз. 1Б. Дальше. 2Д. Дальше. 3А. Дальше. 4Д. И дальше. 5Е. Получилось. Смотрите-ка. Так, только что нам тут нужно-то? Так, какой-то взял фиолетовый мистический кристалл. Фиолетовый мистический кристалл. И что он мне дает? Хотелось бы знать. Что мне дает? Вот оно, вот оно, вот он ответ, ребята, вот он ответ. Дает он мне не что иное, как зеленый ключ. Зеленый ключ он мне дал. Так, ну теперь пойдемте, наверное, прогуляемся сюда. Посмотрим, что я мог здесь упустить. Часовня. Так. Ближе к истине. Оба-на. Так, что написано? Destroy sec to release homing channel in case of emergency. Ладно. Блин, офигеть, тут ходы-выходы, а. Тут заблудиться нифиг делать. На самом-то деле. Реально нифиг делать, заблудиться. Просто за секунду. Да они издеваются просто. Офигеть можно. Жесть. Вот это жесть. Так. Блин, чувствую, мы долго здесь будем колесить.
По-моему, я хожу кругами. Фух, хоть карту рисуй. Ей-богу. Честное слово, хоть карту рисую. У меня даже фонарик уже сдох. Зараза. Ребята, я реально заблудился. Сколько нам еще здесь ходить? Меня этот гребаный архив уже на стах. Офигеть. Пришел, блин, а? Да что ж такое-то? Вертолет этот долбанный. Блин, я не знаю. Честно говоря, вообще не знаю. Значит, ребят, как говорится, если долго мучиться, что-нибудь получится, да? А еще есть такая поговорка, что если вам что-то пишут в повествовании, то лучше это все читать. Короче, здесь написано, что вот эта волшебная лягушка поможет нам освободиться, вернее, не освободиться, а найти дорогу из лабиринта. Так, дубль 2. Каким образом? Значит, не знаю, каким образом, но каким-то должна помочь. Что называется, перестарался. А вот, вот примерно так. Так, ну пойдем. Пойдем, красавица. Потому что лабиринт тут вообще жесть. Я себя чувствую к играющим
в Legend of Grimrock на каком-то old school с old school модом хардовым без карты. Это вообще жесть. Это вообще просто жесть. Давай, лягушечка, давай, веди нас. Так, ну вот почти, наверное, хотя не знаю. Куда? Ты куда поскакала, красавица? Чё, сама заблудилась, что ли? Чё-то я не понял. Слушайте, она реально, походу, сама заблудилась. Главное на нее не наступить. Иначе будет полная жесть. Блин, я на нее наступил. Тем самым вызвал гнев богов.